Шуйский детский дом встречает гостей в выходные. К детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, приехали представители клуба тюнингованных автомобилей. Приехали, чтобы пообщаться и вовлечь подростков в автодвижение. Свои прокачанные машины припарковали полукругом и провели мини-экскурсию. Направление детских домов выбрано не по Иванову, не по крупным городам, а по областным. Потому что я считаю, что именно в Иванове достаточно много автоклубов, очень много мероприятий, которые проводятся с машинами. Поэтому мы стараемся ездить в отдаленные регионы брать, где нет такой возможности посмотреть. Этот детский дом рассчитан на 70 детей школьного возраста. Они здесь учатся и живут. Так получилось, что большинство воспитанников – мальчики, и у них в крови любовь к автомобилям. В свое время просто привыкли, что дети вот в такие учреждения попали, а их обидела там судьба, там какая-то. И вот им приезжают, просто надарят кучу подарков, они рады, и все. Нет, дети сейчас совсем другие. Детям помимо подарков, вот то, что, ну, подарок – это подарок, который они взяли. А детям нужны эмоции, нужно общение, что-то новое. То есть что они подчеркнули для себя хорошее. Воспитанники Шуйского дома школы к гостям привыкшие. К ним регулярно с мастер-классами, тренингами, различными шоу наведываются представители различных организаций, обществ и движений. Сначала ребята, особенно те, кто постарше, реагировали настороженно. Но автолюбители КТА сумели раскачать и их. Перед машинами выстраивались очереди желающих посидеть внутри и на себе ощутить силу звука. Тут, в принципе, ничего сложного нету. Обычная эстрадная акустика, вот, основана на компонентах Альфард, Момо. И сзади у меня стоит два сабвуфера Sounddown Audio. Все, в принципе. Очень громко получается? Ну, нормально. Руководители учреждений даже в самом развлекательном мероприятии видят пользу. Вдруг ребята, насмотревшись на четырехколесную технику, выберут себе профессию или хотя бы хобби. Активистов КТА здесь назвали представителями правильной молодежи, ориентированной на пользу и благотворительность. Мне очень интересно, потому что я хочу в будущем иметь машину, на права сдавать. Вот. И круто, что такой звук, прям музыка, едешь и слышишь. Круто. После часовой прогулки на морозе, пусть даже такой веселый и энергичный, ребята отправились греться, смотреть концерт, пить чай и разбирать гостинцы. Автолюбители привезли воспитанникам детского дома несколько увесистых пакетов. В основном полезные подарки, спортинвентарь и настольные игры. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Шуя.